Здравствуйте, с вами канал NameDB. С радостью сообщаем вам, что мы начали активно развивать наши соцсети – Telegram, Facebook и ВКонтакте. Каждый день там мы публикуем гороскопы и интересные факты. Подписывайтесь на наши соцсети прямо сейчас, и совсем скоро вас ждут интересные розыгрыши, викторины и еще много интересного. Ссылки в описании. Приятного просмотра! По мнению некоторых астрологов, чтобы узнать знак зодиака идеальной подруги, нужно отсчитать от своего знака число 11 по зодиакальному кругу. При этом свой знак тоже надо считать. И в этом ролике давайте узнаем, как ведут себя в плане дружбы различные представители гороскопа. Для женщин-овнов идеальная подруга – та, которая обладает качествами Водолея. Ведь девушки, родившиеся под этим знаком, умеют дружить и понимать, не станут навязываться и вступать в слишком близкие отношения, что очень удобно для овнов. Для тельца прекрасный вариант – рыбы. Ведь именно подруга с таким знаком зодиака способна рассказать женщине-тельцу о душевных переживаниях. Однако нужно помнить, что это закрытый знак, у которого много своих тайн. О них лучше не спрашивать. Если женщина-рыба не рассказывает сама. Близнецам ближе всего по духу подруга со знаком Овна. Подруга Овен станет лидером в дружеских отношениях, но близнеца это огорчать не будет. Овен будет с радостью выполнять лидирующую роль и организовывать совместные дни отдыха. Она незаменима в защите. Для рака лучше дружить с тельцом. У них всегда будут общие интересы, например, дизайн или кулинария. Женщина-рак сможет сглаживать неприятные ситуации, которые могут возникать с упрямым тельцом. Львам рекомендуется выбирать подругу близнецы. Они умны и обладают широким кругозором. Женщины-близнецы активны и находятся в постоянных разъездах и путешествиях. Девы с радостью выберут себе в подруги женщину-рака, которую будут всегда опекать и во всем помогать. Но нужно учитывать, что подруга-рак любит находиться дома, и у нее часто меняется настроение. Весам лучше выбирать в подруги женщину-льва, которая увлечена искусством. Однако важно помнить, что львов ни в коем случае нельзя критиковать, даже если вы чем-то недовольны. Иногда подруга этого знака может превратиться в талисман вашего счастья и успеха. Лучший вариант для Скорпиона – подруга Дева, которая всегда позаботится, будет скромной и верной. Однако во время общения старайтесь избегать критики в адрес друг друга. Женщине-стрельцу лучше завязать дружбу с весами, которые всегда смогут сгладить углы и найдут выход из любой ситуации. Но в первое время после знакомства инициатива в дружбе будет у стрельца, ведь весы сначала ведут себя скромно и нерешительно. Женщины, родившиеся под знаком Козерога и Скорпиона, станут близкими подругами на долгие годы. Они никогда не станут сплетничать друг о друге, всегда будут преданными и верными, что поразительно. Водолей с радостью подружится с веселыми стрельцами. Нередко они знакомятся на обучении, ведь у них должны быть общие интересы. С помощью стрельца женщина-водолей может добиться значительного продвижения по карьерной лестнице и завоевать уважение окружающих. Для рыб прекрасный вариант – телец. Ведь именно подруга с таким знаком зодиака способна рассказать женщине-рыбе о душевных переживаниях. Она всегда выслушает и поможет. Но нужно помнить, что это закрытый знак, у которой много своих тайн, о которых лучше не спрашивать, если женщина-телец не рассказывает сама. Пишите комментарии, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Подписывайтесь на канал и на наши соцсети – Telegram, Facebook и ВКонтакте. Каждый день мы публикуем гороскопы и интересные факты. Ссылки в описании. С вами был канал NameDB. Спасибо, что вы с нами, и до встречи!